и песня. Что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И тем не менее, песня всегда сопровождала солдата в походе, на привале, в бою. Песня помогала ему преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух, шла в бой, вливала новые силы, отвагу и смелость. И если спросить, какое значение имела на фронте песня, солдат непременно ответит: «Самое важное». Песни военных лет, от самых первых залпов и выстрелов и до победного майского салюта, через всю войну прошагали в боевом солдатском строю. И для тех, кто прошел и пережил войну, эти песни подобны позывным из той незабываемой далекой поры. Наш праздничный концерт продолжает Александр Жарин. Дома дела.